приехали на этом Outside. Спасибо за донат. Приехали просто на самый финиш, на самое дно. Смотрели нормальных видосов, да? Только не говори, что там то, что я думаю сейчас, да? Да, блядь. Мне похуй, я панк. Nightmare Outside. Да ебаный в рот, блядь, Nightmare Outside. Спасибо за донат. На запись действительно качественный контент. Да, не то, что вся хуйня, которая была раньше. Спасибо. Сайт, спасибо большое за донат. Продолжается шуе-парад реакции. Поехали. Блин, мне надо очко найти. Поехали мы уже давно. Кстати, вот это, в котором я сижу. Nightmare Outside. Ты чё, стебёшься, что ли? А может, я не хочу. Смотри, видишь, каждый раз видео длиннее длится, Nightmare Outside больше донатит. Там видно хотя бы? Он в какой-то момент же придумает. Сельский рок-н-ролл. Наверное. Должен уже. Он же остановится. А это точно не... Это точно последний? Народ, короче, посмотрим. Пропускает меня. Оверфорс — это сельский рок-н-ролл. Вот давайте посмотрим историю. Воин Металла. Обзор на реакцию, да, как я и обещал. Спасибо огромное за 100 рублей сердечко. Воин Металла задонатил с текстом на запись. Этот видос мне кидали, наверное... Понимаю. Вообще не полагается. Не ускоряется только музыка. 5. Я уже наизусть помню там... На тот момент всего-то 5 раз было. Раз уж слушаем изяты. Давайте хотя бы до этого. Спасибо. Фурье за донат, мое почтение. Зря отсюда. Переменный шрифт у него довольно слабый. Кончик не погружен. Начнется контент, который мы заслужили, дамы и господа. Наконец-то разбор сделал. Лучше бы дальше. Значит, реакция на реакцию, на реакцию, на реакцию, на реакцию, на реакцию, на реакцию. Хуенный видос! Занимался. Ща, типа, будет еще дон на 5 минут. Когда вот прям на отъебись, типа, челы. Мне надо самому, ну, я бы хотел знать, наверное, вот самого, это самого прикол! И сколько ж я собрал туда, получается, за сегодня? Барабанщик, по-моему, вот там деды. Да, нормально. Вы поняли. Блять, народ, пиздец. Типа, короче, а потом еще кто-то... Ну, кстати, да, то есть всего... Смотрите, если, допустим... Какой эротик. Ну, пускай будет, что 200 в среднем. Ням-ням-ням. Чё с картинкой? Чё она, блядь, какая-то перенасыщенная? Она то белая, блядь, то красная, то хуясная. Да, опасная. Юль! Блядь, её нет, что ли, здесь вообще? Ёбаный по голове. Продлевает видос, падла. Тварь хочет, блядь, больше денег забайтить. Не стыдно. Моисей сейчас себе задонатит на замедление под чужим ником, чтобы следующая реакция дольше была и больше на донате наварить. А чё? А чё? Бля, я даже на паузу не поставил. То есть это всё в реакцию пойдёт. Чужим ником, чтобы было дольше. Сейчас 32 зрителя. Я ещё тупее сделал. Я забыл на паузу поставить. То есть всего... Блин, да, я не подумал, что я видос продлю сейчас. Бля, это много. 6500 и будет... Я не подумал. Не знаю, чем зрители. Блин, друзья, случайно. Я иногда вообще сам охуя случайно себя обогатил, возможно. Ну, я надеюсь, что на этом аутсайд все-таки больше не задонатит. Бываю, зачем вы, блядь, меня смотрите? Я же просто... Это же должно надоесть, когда-то. Чайно, видимо, кинул. Ну, именно на эту хуйню, в смысле. Что-то у Фархада, что ли, бомбануло жопу. Он говорит, блядь, давайте мы задонатим на час этого сельского рок-н-ролла, а потом банить. На помощь! Без... Спасибо, больничка. Привет. На помощь! Привет. Ну да, давай на запись чуток HTTPS двоеточие слэш. Да-да-да, один Моисей говорит, мне, пожалуйста, стопку Ягера. Этот, мне, пожалуйста, полстопки. Скриньте. Этот, мне четверть. Этот, мне, пожалуйста, одну восьмую. Этот просит одну шестнадцатую. Этот, одну тридцать вторую. И бармен говорит, пошли вы нахуй, пидорасы, вот вам две стопки на всех, блядь. Разными подписями кидать Моисею сельский рок-н-ролл. Кто-то подписал Викон Бессмертный Металл. Кидать сельский рок-н-ролл. Кто-то типа говорит, вот там по факту Фредову делали. Пиздец, я посрал, блядь. Перданул опять. Моисей одновременно за один раз, по-моему. Нет, там... Ну, да я, блядь, перданул. Всем да, в снов, писюнов, мое почтение, да кто уходит. Вылезать в рекомендациях какая-то гавр. В Владивостоке люди уже просыпаются. Какой-то очередной там аниме... еле-еле-еле-еле. Вам уже хватит. Рисованный, типа, а-ля арти-хуйня, в общем, вы поняли. Не, уже не видно, по-моему. Это, по-моему, последний уже все-таки будет. Уже не видно сельский рок-н-ролл там. Почти сельский рок-н-ролл. Барабанчик в очках, да? Ноль целковый полушка. Блин, я сейчас попробую на весь экран развернуть, понять, видно ли. Ну да. Вот сейчас картинка нормальная, отлично. Спасибо. Лучше мало. Кстати, мне уже не хватит, по-моему, символов и названий, чтобы было смотрим, 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 смотрим. Че, это опять видос сделать. Спасибо большое. Старые добрые можно сделать. Спасибо за номиналку, привет. Чуваки, ну без света лучше же, да, все-таки? Да, да, да. То есть вот так было у нас всегда. Пацаны уделали Фреда. Да, конечно, новая камера лучше старой. То есть как вам все-таки больше нравится? Надо и мне, наверное, проветриться, но потом закрыться.
что ты там назовись вообще. Ну, мое лицо тут. На, блядь. Вот, да, правильно. Да, да, а, и там Leo's Hell Scream в какой-то момент будет. Да, я смотрел полное интервью тоже, раза три. 500 рублей, а сколько радости. Ну понятно, что с подсветкой. Ну подсветку я могу, допустим, ну, вот кстати, так чуть-чуть сделать. Рок-н-ролла. Вопрос верхний свет, да или нет? Вот что пиздец, все пришло. А плюс это что? Это чем прикол? Врубать, приставку. Вот чем дело. На телека не будущий Моисей, держись и думай о деньгах. Держусь. Думай о деньгах. Нет, спасибо за подарок, я тоже стучал. Я никогда не читал комменты, кстати, между прочим. Да, тут до хера миллениума. Ебать, что-то у вас там в Владивостоке, движ Париж. Тима Овсянников, Оверкилл, Вячеслав Лис, Андрей Стецюк, Николас Фокс, или Тора, Миллениум, Фуз. Ням-ням-ням-ням-ням. Все мое почтение. Ням-ням-ням. Подобие Фрактала. Подобие Кала. Ну такое, то есть, вот, ну, чувак все-таки... Из всего, что можно посмотреть Фрактала. На Ютубе, посмотрим именно это. Не на запись был видос. Я знаю, что блять, это? А зачем же я записываю тогда? Помню, такая штука, типа, да? Звучит вот. Джойстик с экраном, типа. Да, бля! Я помню, какие-то геймбои, но я записываю сам. Чё, я свой... Сука, он еще и, получается, экономит на Nightmare Inside. Самая крутая приставка у Леоса была Алекс Найтмэр, по-моему. Причем она была нормальная, рабочая. Она типа, а что, вы у него не играете, все равно чего она валяется. Спасибо. Самая крутая приставка у меня была в диктанте по русскому языку. Блин, реально надо сделать, знаете, уже такой видос, типа... Ну, или серию видосов, то есть как ворваться в стримы Моисея и понимать все мемы локальные. Потому что я просто иначе не знаю, как это объяснять. Как объяснить, что такое Nightmare Outside, что такое сельский рок-н-ролл, что вообще, блядь, происходит, почему я с какими-то долбоебами срусь, что это за реакция. То есть надо прям реально сделать... Типа, Ultimate, Моисей, Compilation, Пенис, Доминатор, Хеликоптер, что-нибудь такое, что просто люди могли врываться. Некоторые шутки смешные пару раз. Самый лучший момент, если хотел. Конечно, барабанил, чувак, и потом... Сейчас их уже даже и не видно, блядь. Барабанил. Даже вон, даже в деревне. Вот, ребята, рок-музыка. Да какой из Моисеев путается в Моисее, действительно? Да, тяжелое детство, без игровых приставок вообще. Бедный, я несчастный. Спидран. Ну да, да. Мне Лёха Романовский рассказывал, что у него, например, йогурт был только по праздникам. Да, и только из-за лупы. Это скорее... Фу! Это скорее гайд, типа. Ну, на день рождения, типа, йогурт покупали. То есть, и как у него плавки спины. Заебал, да, даже. Да, понятно. Да. Нет, я не за этим сюда пришли. В любом случае, ну да. Потому что... Все, теперь это реакция на ускоренную реакцию на ускоренную реакцию. Сейчас я даже уже не посмотрю. Гейбой, первая приставка. Реакция на реакцию, на реакцию, на реакцию, на реакцию. Одобряем. Реакцию на реакцию, на реакцию. Блять, я не пойму, какой из чатов сейчас, значит, запомнить. Женщины в чате, какие подводные. Да, женщины в чате, это не бывает настоящих женщин на моих стримах. Это трапы, вот все подводные. Окей. Вернее, есть ровно одна, как это называется, approved, типа подтвержденная, но ее уже нет. Блять, спасибо. Вернее, заходит очень редко. Гитара в сопках. Да, блять, спасибо. Да уж, блять, можно сайт. А, ну и Кейт Серум. Реакция на реакцию, да. На запись мою реакцию на историю рок-н-ролл. Пиздец. Привет, Андрей. Контент сомнительного качества. После нового клипа, да. После нового клипа, да. Уже, кажется, неплохо. Пиздец. О, ебать, коварный план полез. В рекомендациях. Заебись, заебись. Я пожелаю Рыготина, вот что я могу. Ну все, реально, название уже не влезет. То есть надо посчитать, сколько там смотрим, и вот как-то так. Мы это сделали. Мы это сделали. Мы это сделали. Ведь мы ебанутые на всю башку.